Так что я там говорил? Подожди, надо вспомнить. Да что такое? Разнообразие геймплея будет огромным. Тут вам и гигантское количество событий, у вас будет возможность поиграть во все. Ну, не совсем во все, но во всякое точно. Будет открытый мир, вождение, перестрелки. Ты добил? И с уверенностью скажу вам. Когда вы закончите играть в Way Out... Заверяю вас, вы ощутите, что поиграли в лучшую кооперативную игру. Почти добил, не боись, Диан. Из-за тебя мы никогда не пройдем эту игру. Знаю, сейчас звучит самонадеянно, но не сомневайтесь, все это правда. Меня так и прет, мне это бомба. Вы можете не поймете меня, но я живу и вижу эту игру. Это правда, я прям чувствую, что она взорвет всех. Джейсон, положи свой молоток! Господи боже. И прямо сейчас я включу вам видео с геймплеем. Оно покажет вам лишь небольшую часть игры, но тем не менее вы будете ошеломлены. Как мне кажется, эта игра как бы комментирует все эти мелочи нашей жизни. Заткнись, Диан. Тебе бинго, сучара. Я ловлю тебя. Диан, спасай меня. Лови меня. Ты не задержал кнопку? Почему ты не задержал? Говноед ты, сраный! Так, теперь ты знаешь, что будет. Давай-ка постучим. О боже мой, боже мой. Давайте посмотрим на сюжет этой игры. Справа на экране мы видим Лео, который уже сидит в тюрьме. Слева у нас Винсент, которого сюда только что привезли. О, тут есть Томми Ли Джонс. Стоп, это что, реально Томми Ли Джонс? Ага. Нет, ты троллишь меня. Точно говорю, он озвучивал? Это точно не Томми Ли Джонс. У него голос, как у Кермита. Посмотрите сейчас на правый экран. Вы видите Лео, которым можно управлять, в то время как у Винсента происходит катсцена. На нем написано, выберите друга, но тут всего лишь пустой квадрат. Выглядит прямо как моя жизнь. У меня вот такое ощущение, все из этих клише. Вот заведем мы сейчас эту тачку, а потом будет стриг и прокричит, что вы забыли на моем чертовом болоте, а потом возьмет и выстрелит. Вы у меня за все заплатите. Давай, братан, садись за руль. Ощущение, что там впереди ждет водопад. Водопад, это водопад. Смотри, сейчас пришельцы появятся. Базз Лайтер сейчас выйдет. Честно признать, вот этого я не ожидал. Расскажи нам, что мы сегодня увидим. Рассказать тебе? Да. Дружище, сейчас я тебе все расскажу. Так вот, смотри, о чем я хотел с тобой поговорить. Смотри. Загвоздка в том, что если весь мир скажет тебе, что игра твоя полное дерьмо, я им отвечу нет. Плюх, плюх, плюх. Бой брызгами. Зачем они сделали эту хрень? Честно, я тебе говорю, если ты от начала до конца поиграешь в мою игру, ты поймешь сразу же, что она в любом случае тебе придется по душе. Вот в любом случае. Почти добил, Диан. Неплохая игра. Да, забавная.